Hey you, cool cats and kittens. Конечно, я пошутил, ребята, я так с вами не здороваюсь. Всем добро пожаловать на мой YouTube-канал. И что я хотел вам рассказать, это просто нереальное шоу. Я вам очень его рекомендую, просто супер, называется Tiger King. Я не знаю, честно говоря, есть он на русском или нет. Это на Netflix, на английском, но если оно просто нереально, оно взорвало всю Америку и многие страны. Это что-то просто нереальное, ужасное, в то же время... Я не могу объяснить, какие эмоции вызвал этот сериал. Он просто супер. Очень-очень рекомендую. Ну, давайте не об этом. А сегодня хочу вам показать вот такой вот бокси-шарм. Я не знаю, есть ли доставка в Россию, в Украину. Это у меня первый бокс. Я хочу с вами поделиться своими впечатлениями и порекомендовать вам, если вы можете его найти. Может, вы живете за границей, может, вы живете в Америке, я не знаю. И вы закажете для себя его, потому что он стоит всего лишь $25. Это самый простой. Я вам покажу, я уже открывал его, сводчил. Просто супер. Вот так он выглядит. Давайте начнем с этого бальзама. Я обожаю этот бальзам. Super Limited Edition, специально для этого бокса сделан. Называется Very Cherry. Пахнет просто супер. Вот такая консистенция. Я вам покажу, вот так на палец его наберу. Видите, вот такой вот он. Супер. Его наносите без воды, так вот на лицо, на макияж. Он так очищает, просто супер. Мне очень-очень нравится. Ну, конечно, там смываете все это просто супер. Смывает любой макияж. И очень-очень, на самом деле, очень нежно смывает. И для чувствительной кожи тоже очень подходит. Следующий я вам покажу вот такой Iconic London. Вот так выглядит. Это увеличивающий блеск для губ. Ну, я не знаю, как он увеличит на самом деле. Он пощипывает, такой есть мятный эффект. Но как он увеличит, я не знаю. И называется он Пикабу. Это название, конечно, Пикабу, если вы знаете, в Америке делают так деткам, типа Пикабу, Пикабу. Короче, вот такой вот он, приятный на губах. Мне нравится цвет такой розовый, нежный, красивый. То, что нужно, он больше такой прозрачный, чем... Есть легкий-легкий тинт, но не сильный. Блеск стоит $26. Выглядит вот так. Ребят, уже $26 плюс, 34 плюс 26. Вот такие ресницы, ребята, называется Баддингтон. Я никогда не видел. Вот такая вот коробка Баддингтон. На самом деле это не моя любимая форма. Ну и попробую, выглядит неплохо. И они стоят $28. Конечно, ребята, вот этот крем просто супер. Крем под глаза Мурат или Мурет, я не знаю как точно. Он у меня есть вот такой вот ночной. Мне очень нравится, жить пустая. Я уже их, наверное, 10 использовал. Просто супер. Этот стоит $70. Называется Hydrodynamic Ultimate Moisturizer for Eye. 15 мл. И пахнет он очень хорошо, супер. Увлажняет. Я его пробовал, на все лицо пробовал и так. Просто супер. Смотрите, как он выглядит. Такой он, видите, достаточно плотный. О, на усах у меня просто зеркало. Здесь стол зеркальный, так что она чуть-чуть вытерется. Ну, чуть-чуть увлажнится. Почему нет? Короче, вот такой вот. Крем неплохой, только $70 крем, это уже прекрасно. И еще у меня есть тени, вот так они выглядят. Рукав и сами тени, защитная пленка, как всегда, выглядят вот так. На самом деле красивые тени, мне не понравились, но пару оттенков мне, ну так себе, не скажу, что супер. Мне очень интересно был вот этот оттенок, безумно-безумно, на самом деле я не понимаю такое ощущение, что он безумно красиво переливается, он такой... как сказать вам, увлажненный, но такое ощущение, что сахар влажный. Он как сыпется, как сахар, куски сахара. Вот если научиться куски сахара, пытаться их прилепить, они прилипнут, но отвалятся. Вот это то же самое, но цвет просто такой красивый. Я вам покажу сводч. Смотрите. Ну, видите, он прямо, я не знаю, как вам объяснить. Его можно мнуть, как в песочнице реально играться. Просто как в песочнице. Вот так он выглядит, смотрите. Он такой красивый, конечно, просто. Но он пятнами, кусками, как сахар отваливается, но очень красивый. Я сейчас вам покажу сводчи, и мы вернемся, я вам покажу пару сводчей на себе еще. Вот так выглядят сводчи, вы видите, с этой палитры. Мне не очень нравится желтый, и мне не очень нравится унбоксинг. Такой вот он, как с красным оттенком. На самом деле, неплохая палитра, вообще все оттенки неплохие. Достаточно пигментированные. Особенно пару оттенков мне нравится. Вот этот зеленый, шиммерный, синий, супер. Я вернулся, давайте я вам покажу вот эти три моих любимых оттенка. Просто супер, сводчатся шикарно. Они такие кремовые, просто супер. Смотрите, я вам покажу вот так здесь. Смотрите, какая пигментация шикарная. И
Они такие масляные, кремовые, просто супер. Мне очень-очень нравятся они, супер. Давайте еще покажу вам пару свотчей матовых. Например, возьму вот этот. Какой возьму? Ну, давайте возьму вот этот. И вот этот. Вот этот будет самый, конечно, ходовой, я думаю. Он красивый, такой шоколадный, теплый. Мне очень нравится он, этот желтоватый. Ну, такой. Ну, они неплохие. Я не могу сказать, видите, осыпается чуть-чуть. Я не могу сказать, что они плохие. Нет, они хорошие тени, хорошая пигментация, все хорошо. $39 я за них бы не заплатил. Но в этом боксе все за $25 мне очень-очень нравится. Если бы я покупал по отдельности, я заплатил бы за него $197 вроде бы, если я не ошибаюсь, я уже считал, да, $197. Я считаю, что это очень-очень хорошая экономия, если я заплатил 25. Мне на самом деле понравилось все, кроме ресниц, но и то они неплохие, ничего сказать плохого не могу. На самом деле очень рекомендую Boxy Charm. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте палец вверх и подписывайтесь на... И подписывайтесь на мой канал. Это поможет развитию моего канала. До свидания.